Айсберг запрещенных фильмов наделал немало шума в интернете. Мои видео в ТикТоке набирали миллионы просмотров. Молодой Вес лучше всех продвигал Айсберг на русском Ютубе. А на Западе эта тема давно обсуждается и до сих пор актуальна. Сам 8 уровень Айсберга, по многим словам, скрыт от обычных людей, нелегален и его невозможно найти. Я расскажу о SNAF R73, действительно жутком видосе, про который многие просили снять обзор. Что это такое? Перед тем, как мы начнем, прошу подписаться, ведь более 95% людей смотрят меня без подписки. Спасибо! SNAF R73 10-минутное видео, полностью состоящее из SNAF-контента. Жесткая расчлененка и тому подобное. И все это происходит с детьми. Об авторе этого фильма мало что известно. Известно только, что предположительно он из Таиланда, не имеет друзей и максимально антисоциален. SNAF R73 вышел приблизительно в 2015 году и содержит более 33 видео с шок-контентом. Да, кстати, существует две версии этого фильма, 10-минутная и на 1,5 часа, в 10-минутной только видео с детьми, а в версии на 1,5 часа – сборка ужасных смертей. Большинство видеофрагментов из SNAF R73 украдены из другого замечательного микстейпа MD Pop, который также расположен на 8 уровне Айсберга. Подробно разбирать сцены из SNAF R73 я не могу из-за правил Ютуба, поэтому чекнуть фильм и узнать больше о нем вы можете у меня в телеге, ссылка в описании. Вернемся к фильму. На самом деле кадры, из которых состоит SNAF R73, есть по всему интернету, это просто очень удачная сборка. Нелегального в этом фильме тоже ничего нет, то есть его можно спокойно смотреть. Я бы даже сказал, что фильм дефолтный, поскольку 80% украдено из MD Pop, о котором я расскажу в одном из следующих видео. В заключение хочу высказать свое мнение насчет SNAF R73, это абсолютно аморальное видео. Я понимаю, что по отдельности эти видосы разбросаны по всему инету и в той же телеге найти подобное не сильно сложно. Но собирать подобное воедино. 10-минутная версия фильма явно превосходит по жесткости часовую версию только потому, что тут страдают дети. На это действительно тяжело смотреть. Пишите в комментариях, что думаете насчет этого фильма. А на этом у меня все. Кстати, хочу еще добавить, что существует видео на американском Ютубе, в котором человек подробно рассказывает о каждом клипе из этого фильма. Но он описал только 10-минутный фильм, но все равно те, кто не хотят смотреть, могут вооружиться Google переводчиком и посмотреть его видос. Я бы тоже так мог, но боюсь, что ролик может получить отметку 18+, поэтому подробно описывать каждую сцену я не буду. Вот так. А на этом все. Пишите в комментариях, про какой следующий фильм сделать обзор. Всем удачи и пока.